В преддверии Нового года еще есть интересные праздники, и один из них уже завтра. Это День Святого Николая. Готовятся к нему не только дети, не только родители, но и, конечно же, волонтеры. О том, как готовятся, сейчас нам и расскажет Валерия Петрусевич, руководитель некоммерческой организации «Добро мира», волонтеры Крыма. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. С наступающим. С Новым Можно годом. Уже поздравлять, да? Конечно, конечно. Думаю, меньше двух недель осталось, обязательно всех поздравляю. Уже рядышком, да. Итак. Завтра у вас большое мероприятие будет. Давайте о нем поговорим. Начнем, наверное, со вчера, потому что вчера у нас получилось, результат объявили «Крым молодежный». Это премия добровольца года Республики Крым. Один из наших представителей, руководитель направления событийного волонтерства Никита Гулаев взял первое место. Поэтому мы его все поздравляем, очень гордимся этими результатами. Ну а завтра у нас, конечно, День Святого Николая и огромное количество волонтерских планов по поводу поздравления детей в тяжелой жизненной ситуации, детей из приютов и различных новогодних проектов, которые мы стартуем именно в День Святого Николая. На самом деле у детей, лишенных родительской опеки, у детей в тяжелой жизненной ситуации бывают буквально фантастические такие желания. К примеру, вчера ко мне буквально обратилась семья, в которой многодетная, несколько детей мечтают о том, чтобы им подарили двухуровневые кровати, потому что они спят вместе. Вот такие простые желания есть на территории Республики Крым, и, конечно, хотелось бы их все исполнить. Чтобы... И когда, как не сейчас? Когда, как не сейчас, конечно, под Новый год должны сбываться действительно мечты. Но здесь нужно акцентировать внимание на том, что есть токсическая благотворительность. И поэтому просто поехать в детский дом перед Новым годом, отвезти коробку конфет и поздравить детей, это не будет добрым жестом на самом деле, поскольку здесь огромное количество, скажем так, не самых полезных моментов для ребенка. Это развивает в них потребительское отношение. После того, как они выпускаются уже из интерната, идут сложности социализации и последующим трудоустройством. Поэтому желательно, чтобы программа была комплексная. Это программа социализации, профориентации. Мы реализуем ее на территории Республики Крым. И, соответственно, можно поучаствовать в жизни детей постоянно, регулярно. Не только перед новогодними праздниками, потом оставив их на сами праздники уже в одиночестве. А часто ли крымчане вот хотят поучаствовать в жизни таких детей? Как они часто приходят к вам за тем, чтобы оказать помощь, например, предложить свою помощь? И как вы привлекаете этих людей? Очень радует, что крымчане все чаще обращаются, потому что мы постоянно говорим о том, что благотворительность — это как раз регулярная и системная помощь. То есть милосердие должно быть тоже полезным. Поэтому, когда к нам обращаются, у нас всегда есть списки людей, которые нуждаются в помощи. У нас всегда есть списки потребностей детских домов, интернатов, планы по программам, которые можно действительно поддержать. Кроме того, мы не берем никаких комиссий, никаких процентов. То есть это абсолютно от всей души. Мы действительно хотим помочь. Поэтому к нам обращаются и организации, и частные люди, которые хотят сделать пожертвование или помочь конкретному ребенку. Мы всегда знаем, кому передать в любом регионе, в принципе, Республики Крым, можно оказать эту помощь. У нас благополучателей в месяц около 2500 семей крымских. Ничего себе охват. Угу. Это ежемесячно, да. Откуда вы берете эту информацию? То есть вот как, например, стать тем человеком, которому вы можете помочь? К нам обращаются совершенно через разные направления. То есть, конечно, это и социальные сети, после чего идет знакомство с семьей и тщательная проверка документов. Это социальные службы, реабилитационные центры, это религиозные организации. То есть совершенно разные направления, откуда к нам поступают люди. И мы уже действительно стараемся помочь комплексно. То есть, возможно, необходимо привлечь психолога, возможно, необходимо привлечь юриста. Возможно, это гуманитарная помощь, если это, например, пожар или какие-то форс-мажорные обстоятельства. На вашей памяти было, на самом деле, вот чудо, которое случилось, вот вы не ожидали, а оно действительно произошло благодаря вашей работе? Вы знаете, мы с чудесами сталкиваемся буквально каждый день, и это действительно дорогого стоит. Когда детей из приюта возвращают в семью благодаря тому, что удалось изменить жизненную ситуацию, изменить, улучшить жизненные условия и направление как бы деятельности, когда семья действительно становится благополучной и выходит из вот этой тяжелой жизненной ситуации, для нас это главная награда. Сейчас вы сказали самую, на мой взгляд, важную информацию. Чудо должно быть не только новогодним, не только сиюминутным, оно должно быть ежедневным. И давайте все-таки надеяться, как обычно, Новый год будет лучше, чем предыдущий, и именно так в 2020-м и будет. Ну а нашим телезрителям я хочу напомнить, что сегодня утро с нами встретила Валерия Петрусевич, руководитель некоммерческой организации «Добро мира», волонтеры Крыма. Ну а просто так, Валерия,
Мы никого не отпускаем. И с вами также обязательно хотим сделать фотокарточку, снимок на будущее. На память обязательно, для того, чтобы потом и мы вспоминали, и вы вспоминали, что вы были у нас в гостях. И чтобы чудо и в этом году, и в следующем обязательно произошло. Итак. Итак, смотрим прямо и на раз, два, три говорим «С Новым годом». Готовы? Готовы. Раз, два, три. С Новым годом!